Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Нину 15 уровня, сборочку сейчас выберем, так сказать. Сегодня посмотрим скинчик на еще дополнение на нее, потому что я не знаю, когда будем открывать этот скинчик, скорее всего никогда, поэтому вот. Нина полуночный джаз, почему в скобочках, не знаю. Раньше такого никогда не было, разработчики писали от балды все, что думали, но вот сейчас решили написать вот так вот. Ну, скинчик, сами знаете, как выглядит, да, очень проработано. В кавычках, конечно. Этот скинчик мне больше нравится, который за 10 уровень дается, он как-то поинтереснее выглядит, более детализированный. И ячейчий, там много чего, а тут как бы, ну такое. Однослойное, так скажем, да. В общем, по предметикам. Взял 10 уровень всем, чтобы было, так сказать, больше к реализму. И возьмем, конечно, сборочку реализма. Без всяких легендарных предметов. Без всего такого, к сожалению. Вот так вот. Поэтому у нас будут зубы вампира на Нину. Феромоны. Возьмем потестить. Ну, типа выпали. Типа выпали. Просто здесь, конечно, радиус немножко больше, чем в реальных феромонах и время действия. Но просто, чтобы посмотрели, как это им будет. Чисто ради такого. Ну и, конечно же, наверное, укол адреналина с ботинком. Потому что кассетки здесь, если не ошибаюсь, нету. Да, видите, она заблочена. Дефибриллятор бы можно было взять, но мы с ботами играем, пофигу. Поэтому, в принципе, вот такая вот сборка. Либо сюда, либо безуху, либо феромоны, если у вас, конечно, выпадет каким-то чудом, да. Когда-нибудь на Нину. Либо витамины, кстати, тоже неплохой вариант. Ну и, наверное, все. Перчатка, мне кажется, фигня полная. Мы вроде бы смотрели, была фигня. Бинт вроде бы тоже плюс-минус не очень. Косточка тоже плюс-минус не очень. Хотя вроде бы они работают во время активного навыка Нины. Но, сами понимаете, докачать их даже до 10 уровня это невозможно, поэтому забейте. У нас эти варианты отсутствуют. Поэтому у нас присутствует только вот такой вот стандартный вариант. И мы им будем, конечно же, пользоваться. В идеале, конечно, можно брать кофе, дефибриллятор командный, да, вот такой вот. Ну, то есть на сборочку 4 слота, в принципе, есть что взять. Стандартная сборочка, ничего никогда не меняется, потому что гении разработки сделали именно так, но при этом они говорят, у нас разнообразие. Разнообразие. Мусора накидали. Ну ладно, неважно. Не будем о грустном. Сегодня у нас будет Нина. Вроде бы ничего, он больше не забыл. Давайте, наверное, распределим еще атрибуты на оружие, чтобы, ну, у нас же они не максимальные, поэтому нам нужно балансировать. Скорее всего, сделаем вот так вот даже, наверное. Сколько там скорости? 4%. С лука... Множественный выстрел. Ну, посмотрим. Я уже, честно говоря, не помню, что на Нине, ребятки, давно не играли. Давно не получилось видео записать. Здесь, конечно, полностью убираем отбрасывание, прокачиваем все на максимум, что есть возможность, да. Ну, смотрите, 15 уровень, да. Как вам? Ну, я считаю, неплохо. У нас фулки все прокачалось. Да, то есть скорость небольшая есть даже бонусом. Хотя, ну да, 4% уже смысла нет. То есть вот такая вот раскачка на 15 уровне, это, считайте, выгодно. Все, как бы персонаж прокачан на максимум из того, что нужно. И скорость есть. Да, и все остальные самые важные параметры прокачаны. Дробовик залповый, так скажем, да. Спартанское копье, скорее всего, бесполезное, потому что дальность 12, средняя такая. Будет сложно реализовать. Ну что же, в принципе, все готово для того, чтобы потестить Нину. Первобытный инстинкт я взял, поэтому вроде бы, как сегодня, вы увидите огромный радиус работы этой фигни, который он должен быть с самого начала. Но тогда тестовая серия была кривой. Не уверен, что он сейчас нормально работает, но надеюсь, что будет все-таки работать нормально. Отправимся... Ну, кстати, давайте на вулканы. Будет интересно через лавовую реку поплавать, посмотреть, что как. Потому что вроде бы этого не тестировали. Вдруг будет урон. Вулканы. Но это, скорее всего, картинка просто загрузки такая кривая. А должны быть вулканы в реальности. Надеюсь. Хотя, судя по количеству игроков, это не вулканы. 45 это точно не вулканы. Ну, короче. Вулканы, которые нет, у нас запустились. Ну что ж, давайте смотреть активный навык. Да, видите, больше стал. То есть намного больше из того, что был раньше. То есть сейчас он прям хорош. Сейчас он прям хорош. Смотрите, этот огромный радиус. И вот в конце он намного больше, чем мог быть бы. То есть если без первобытного инстинкта... Это что было? А, это кролик скипер. Это что, лук у Нины такой? А почему он не на... Так, погодите, ребятки. Тут что-то с Ниной не то. А нет, все нормально, работает. Ладно, так вот. То есть раньше активный навык он был меньше. Вот вы даже замечаете, когда он начинает, ну, когда я начинаю на Нине нажимать активный навык, да? То есть первое мое нажатие активный навык имеет один размер, а потом он резко увеличится. Смотрите, вот сейчас это. Бам. Хотя, может быть, феромоны мешают? Кстати, заметьте, они феромоны починили. То есть, как вы помните, раньше феромоны нажимали, ну, начинали работать. Че Нина такая сильная, с одного удара всех убивает? Неужели баланс опять завезли? Так вот, раньше феромоны, как вы знаете, начинали работать с... Ну, когда, в общем, активный навык у Нины закончится, а сейчас они работают сразу. То есть мы после этого боя их заменим. Опа. Неплохо.
Питочек достал. Ну, кстати, Нина смотрится так-то неплохо. Достаточно. Если вылетать... А что это за урон такой бешеный? Это Дона выстрелила вместе со мной или что? Так, давайте залетим в Дону. Ну, не знаю, смотрится Нина как прям как-то хорошо. По сравнению с тем, что было раньше. Может, они ее скрытно пофиксили, подбустили. Посмотрите на этот урон. Так, вот по ощущениям урон, такое ощущение, что он без подкруток сейчас идет на тестовом сервере. Неужели они по тихому баланс завезли? Ну вот реально, ну посмотрите, ну вы видите, да, я врываюсь там в противника, нажимаю активный навык, и все, и он умирает. Почти этот активный навык, который даже не на фулку раскрылся. Это смотрится очень странно. То есть, как вы знаете, у Нины активный навык, он... Ладно, тут я не попал. Сейчас будем, короче, тестить на жирафе. В общем, как вы знаете, у Нины активный навык, чем дольше ты его заряжаешь, так скажем, да, чем больше ты его используешь, тем больше урона он наносит. Да, но смотрите сейчас, сколько урона наношу. Хотя там не должно быть такого урона. Давайте сейчас подождем, вот половый жираф будет, да? Подождем, подождем, подождем. Половина здоровья. С одного активного навыка. Так не должно быть. Ну вот чувствуется, что урон какой-то завышенный. Короче, я сейчас, наверное, после этого боя нам подбущу рейтинг, чтобы мы дрались против 20 уровней. Опять же, почему-то я зашел в соло-бой, не знаю почему. Давайте, кстати, проверим. Ну, прикольно, конечно, вот так вот использовать, да? Какой же наворотливый. Ладно, сейчас дождемся к ним навык. Я попробую полностью зарядить его на вот этого друга на панде. Блин, он в зону убежал. Надо сейчас подождать, чтобы он в зону вышел. Или давайте мы зайдем в зону, чтобы он от нее отошел. Вот. Вот он от нас должен сейчас отбегать. Давай, стреляй. На воде опять же не получится потестить. Смотрите, кстати, скорость. Да, у Нины выше в воде. Так, ну все, влетаем в панду. И пытаемся его сейчас на максимум взорвать. Половина здоровья. Половина. Активный навык. Много это или мало, ну. Вот видите, он сейчас фуловый. Дробовик. Один дробовик. Ну, я бы не сказал, что раньше так было. Не сказал бы. Ладно, заканчиваем бой. Сейчас я подбущу рейтинг. Мы все-таки отправимся в командные бои на вулках, ребятки. Игра немного вылетела после того, как я нажал на кнопку в бой, да. В общем, сейчас пойду отправлюсь бустить рейтинг. Да, пойду отправиться, звучит. И мы, надеюсь, отправимся в командные бои в этот раз. Ну что же, 10 тысяч рейтинга заготовы. Надеюсь, нас пустят в командные бои. Теперь вроде бы мы точно зашли в командный бой. Может быть, в прошлый раз я просто промахнулся. Или еще какая-то фигня. Вот, да. Сейчас, в общем, потестим через лавовые реки пролеты, залеты. Хотя, мне кажется, должно быть как с обычной водой работать. То есть такая же механика, типа Нина вылазит сразу из своей норы, так скажем, да, когда попадает на воду. Поэтому с лавовой рекой должно быть то же самое. Но вдруг Нина будет копать лаву. Будет интересно это посмотреть. Также, опять же, сейчас у нас против нас 20 уровни будут. И мы, получается, будем против них играть. Конечно, не очень удобно будет сейчас посмотреть, как Нина будет наносить урон активным навыкам. Но в любом случае, глянем. В прошлый раз я сносил половину баку, да? Конечно, сейчас, наверное, у нас не получится прям найти момент, где мы снесем половину бака. Но все равно посмотрим. Ну и феромоны, как вы понимаете, ребятки, больше не вариант брать на Нину, к сожалению, их пофиксили. То есть вот эта механика, что была на первом тестовом сервере, да, где была Нина, что вы используете феромоны, точнее вы используете активный навык, а феромоны работают только после выхода из активного навыка, да. Она была прям имба, она была крутая, интересная, теперь это все, к сожалению, не работает. Теперь феромоны используются так, как и у всех. Ребятки, я извиняюсь, игра опять вылетела во время загрузки. Так вот, феромоны, видите, как сейчас используются, да, как и у всех персонажей. То есть раньше феромоны использовались с задержкой, да? Но сейчас как у всех. Ну что же, проверим работу через лавовую реку. Понеслась. Ага. Работает. Ну, урончик, конечно, хороший. Урончики... Это если что нажал... Ну, короче. Как видите, здесь немножко лагает, да? Без шансов, наверное, будет потестить. Я, к сожалению, умер. Теперь мой сквад, к сожалению, не сможет меня спасти. Они все мрут на краю... Лавовые реки прекрасные. Но может быть Леп успеет? Ну я по крайней мере немножко напряг склад противников. Ну сколько мог, только сделал. Я извиняюсь, тут менюшка вот эта вылазит, когда слишком часто кнопки нажимаешь. К сожалению, там пингвин с канистр гелий. Она не контрится, поэтому вот. Нам повезло, что снизу тоже какой-то склад напрягает сейчас. Склад противника наших. Я еще живой. Попытаюсь сейчас залететь в активный навык.
вылететь и нанести много урона, но, к сожалению, мне откидывают опять канистр гели. Ох уж эти боты, любители канистр гели, это просто жесть какая-то. Я извиняюсь, ботов не смог спасти своих. Блин, ну посмотрите, просто на каждого бота гении-разработчики поставили канистр гели. Ну зачем? Зачем эти гении это делают? Зачем с ботами такое делать унижение? Я не знаю, ну вот как-то так, да. Итак, ребятки, ну что же, как вы поняли, нормально Нину мы сегодня не посмотрим, потому что, ну, потому, да, что у нас вулканы не дают нормально поиграть. В общем, мы еще раз Нину посмотрим, скорее всего, уже на 18 уровне, в следующий раз потестим чуть более адекватные сборки. Феромоны, к сожалению, теперь у нас все. Можете даже о них не думать на Нине, хотя, в принципе, если в динамичном бою впритык использовать, то смотрится норм, но... От них толку будет мало, потому что вы будете под землей, а смысл феромонов, а противники будут как бы над землей стоять, да. А вам нужно зарядить активный навык. Ну, в общем, это фиговая схема для Нины, к сожалению, поэтому остается вариант только использовать бицуху. Опять же, интересно тогда вариант все-таки с использованием электрических рукавичек, да. Они все-таки будут задержкой или нет, или будут все-таки из-под земли наносить урон. Ну, наверное, потестим уже в следующий раз, когда будет 18 уровень, так сказать, напихну рукавички, перчаточки или вот эти электрические, да, и будем их тестить. Ну, как-то так. Хорошо, что первобытный инстинкт все-таки работает, это прекрасно. Конечно, буст от него не такой сильный, как хотелось бы, наверное, но это все равно лучше, чем без него, потому что без него прям с Нины в командных боях активный навык использовать массово, это без вариантов. А с ним хотя бы есть шанс. Небольшой, но все-таки есть. Это все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, что думаете по поводу Нины, конечно же. Ну и в общем, не болейте, не скучайте и всем пока-пока.